Мегалозавр. С мегалозавром произошла весьма курьезная история. Люди впервые откопали часть его бедренной кости в 1677 году в известняковой каменоломне возле Оксфорда, Великобритания. Тогда о динозаврах ничего не знали, поэтому ученые предположили, что это кость одного из гигантских людей, которые упоминаются в Библии. Впоследствии окаменелость была утеряна, но сохранился ее детальный рисунок, по которому современные ученые определили, что кость принадлежала мегалозавру. Другие останки мегалозавра были найдены в 1815 году неподалеку от Оксфорда. Их купил британский палеонтолог Уильям Бакленд, но долгое время не мог определить, какому животному принадлежат кости. Через три года в гости к ученому приехал французский натуралист Жорж Кювье и помог разрешить эту загадку. Он тут же определил, что перед ним кости большой рептилии. Уильям Бакленд купил еще несколько останков, изучил их и убедился, что приятель оказался прав. Прежде неизвестное науке животное ученый назвал. Гигантским ящером, то есть мегалозавром. Он стал первым описанным в научной литературе динозавром. До сих пор не удалось найти ни одного полного скелета мегалозавра. Палеонтологам попадались только отдельные кости черепа, позвоночника, ног и таза. По этой причине ученые часто допускали ошибки в своих предположениях о том, как выглядел мегалозавр. В попытках воссоздать скелет мегалозавра, ученые изображали его четвероногим грузным животным, которое было похоже на помесь крокодила с медведем. Затем, когда были найдены его хорошо сохранившиеся кости, и ученые изучили других тераподов, динозавра поставили на задние ноги. Одно время мегалозаврами считали вообще всех плотоядных динозавров, которых находили на территории Европы, но потом ученые признали это ошибкой. Мегалозавр был активным хищником, который охотился на древних стегозавров и зауроподов. А если удавалось найти останки уже умерших животных, ими он тоже не брезговал, то есть был падальщиком, как и многие крупные тераподы. Спасибо за просмотр видеоролика. Не уходи, не подписавшись. Подпишись и поставь лайк. Следующее видео уже скоро.